А, это вот это что ли? А Шалимов? Ну давайте, ладно. Быстро, к стене развернулись, стоять! Руки, чтоб я видел! Чей твой пакет, может, или чей, блядь, а? Блядь, это он нам предлагал. А? Барыга ебучий, блядь. Мне девушку давай, баку. Ты, блядь, в глаза ты видел свои, эй, ты, блядь. Ебать, это стрёмно. Hey, what's up, guys? Ловите новый выпуск. Здесь от нее подачи ненавижу. Жесткий пранк. Не смотрела раньше его пранки, не нравится его подача. На самом угарным рэпером отечественного Ютуба, легендой андеграунда Пашей Техником. Бой? Я такой человек, да, я Angry Bird. В этом деле, мне похуй, ёпт. У чувака сложился такой образ, что он постоянно обдолбанный, и в нем содержится вся таблица Менделеева. Никому не советую никогда в жизни не употребляйте наркотики, никогда в жизни. Идея следующая. Плюс, Пашу пацаны, принимает согласна. ОМОН и находит у него пакетик, подкинутый нашей командой, типа запрещенными препаратами. На самом деле с мукой. Мне кажется, весь интернет впервые увидит, какой же Техник настоящий. Но перед да, тем, кстати, как интересно посмотреть на движ с Техником, хочу вам рассказать о приложении, над которым... Да пошел ты в... Я залип. Я залип! Еще бы ты не залип за деньги. Женя. Всем привет. Смотри, Жень, у тебя сегодня очень важная миссия. Ты должен выманить Пашу на встречу с арт-директором этого места. Когда он будет тебе звонить, тебе самое главное говорить, что я скоро буду, бро, прости. Понял. Итак, познакомьтесь с очаровательным арт-директором этого места по своей роли. Настя, ты должна будешь передать ему пакет с подарками, в котором будет спрятан пакетик с мукой. После того, как ты это сделаешь, тебе нужно придумать какой-то предлог, что тебе нужно выйти или кого-то встретить. Это Ираклий, это Сёма. Как только вы видите, что Настя передала пакет, тут вам нужно подойти к Паше и сказать: чувак, а мы тебя узнали. Может быть, попытаться что-то замутить прямо здесь и сейчас, чтобы невероятно угореть. Бой, нужен Санекс. Бой, нужен Санекс. А мы бой, погнали. Нужен Санекс. Бой, нужен Санекс. Да, чуваки, кому скучно, типа, потерпите, пожалуйста. Мне правда очень интересно. Не только мне, я не сомневаюсь, что не только мне интересно. Паша, привет. Настя. Привет, познакомься. А где Женя? Он звонил, говорит, попозже подъедет. Понятно. Ну ладно, давай пока присядем. Может, выпьешь? Певца? Давай, давай. Сереж. Да, я же андеграунд, это сам исполнитель. Самый. Самый андеграунд. Сам кар, царица рэпа. Вообще, с Женей мы общались по поводу... А он в натуре всегда обдолбан? Или, типа, это просто так, образ? Со входа берем. Со входа, да. Ну, да, я так примерно привык работать. Сереж, это тебе. Спасибо большое. Для тебя есть подарочек небольшой. Ребят, разрешите? Тут небольшой мерч. Свитшот. А, ваш свитшот. Да, наш свитшот. Там... Я потом померю. Я сейчас что, разговариваю? Ну, как скажешь. Давай. Ой, мне звонят. Разреши, я отойду на секунду. Да, и вернусь. Да, алло. Здорово, Жень, через чё, блядь? Я уже приехал в клуб, а тебя нет. Через сколько будет? А чё мне здесь делать? Паша Техник, что ли? Привет. Паша Техник? Посмотри в Google. Слушай, а можно сфоткаться? Да, мы как... Давайте тут побыстро. Мы тебя просто... У меня это самое. Давай. Меня сфоткать. Давай, давай. Ее девушка отошла, меня... Давай, давай. Ага. Давай. Что ты делаешь? Я пришел, вот хочу в клубе в этом, короче, концерт организовать. Где? В этом клубе концерт? Можно принять перед концертом. Ну, можно даже там, как перед концертом. Поймите вы одно, я уже давно не употребляю эту хуйню, потому что, блядь... Да что ты гонишь, блин? Мы же видим, что ты... Да я пиво пью, вот, попейте со мной, если хотите. Не, пиво это фигня, короче. Ну, тебе же в Инстаграме там пишут же... Нет, да я их в ЧС кидаю сразу. Мне пишут, нужен Санат, я нахуй пошел. Да вот я спецназ! Слава, сука! Ебать, зачем он так обосрался? Быстро, к стене развернулись, стоять! Телефоны все положили, руки, чтобы я видел! А почему? Так, не понял! Так, как бы... Руки, без нас! Слава, сука! А че он обосрался? Он же не... Почему он обосрался? Он же не юзает, он же сам сказал. Почему он обосрался так? К
Киндер-пингви я люблю. Полное. Он сидел за наркоту? Да ладно, он сидел? Серьезно, а сколько он сидел? Руки, руки, а сколько он сидел? Руки, быстро, стене развернулись, стояк! Телефоны все положили, руки! Шесть руки, лет! Руки, я видел! Охуеть! Стене, руки! Твои шире, руки на видно место! Ну чё ты, блядь, барыга, всё, пизда тебе. Я не барыга, блядь. Да, а кто ты, ёпты, знаем из тебя, кто ты, ебать. Я музыкой занимаюсь. Музыкой, блядь, сейчас мы посмотрим, какой ты музыкой занимаешься. Ну, тебе и расскажешь. О, блядь, музыкой-то занимаешься, да, блядь? Музыкой? Чей, твой пакет, может, или чей, блядь, а? Блядь, это он нам предлагал. А? Барыга ебучий, блядь. Мне девушку дала это. Какую, блядь? Руку. Сразу поедем, блядь. Охуеть. Да так шутить, пиздец. Мне, я бы на его месте. Да мне кажется... Уже нахуй свое набивать, ну, блядь. Я тебя занимаю, реально. Ты, блядь, ты глаза-то видел свои? Эй, ты, блядь. Пошел, блядь. Мне кажется, у него внутри такое творится вообще, типа... Десяточку, блядь. Это же не мое, дед, пацаны. Ты посмотри на свое лицо, не твое. Посмотри, какой ты обдолбанный, ты гнида. Я просто уставший. Какие у тебя предложения? Ну, на самом деле, мне ваши предложения более важны. Давай, Ваш. Предлагай, тебе сказали. Не говори, пока тебе шанс даю. Лям. Шутки, блядь, 10 лет шутки. За лям. Два ляма, блядь. Мужики, да? И час. Час времени. Блин, мужики, может, вы меня просто так отпустите? Это реально не мой пакет. Думай головой своей хоть чуть-чуть. Ну, а в ОМОНе реально вот так вот лям? Типа, ну, типа, можешь ждать бабок и, типа... Все, полетел. Ну, типа, не знаю. Да, так можно? Так можно? Серьезно? Так нет или да? Ну, типа, не за... просто не за лям, а за деньги. Ну, типа, они сажают тебя в машину и, пацаны, хотите 10 лямов? Нет? Да, блин, не знаю. Да типа это камон, так странно, я не вообще. У меня сейчас только один вариант, один человек, который может меня выручить. Как он? Подписан на тебя. Женя, директор. День час времени. Через час, блядь. Алло. Срочно подъезжай сюда, блядь, к клубу к этому. И мне надо, чтобы ты привез денег. Сколько? Вообще требуют 2 ляма, я, блядь, меня приняли. Да ладно, блядь. Если через час денег не будет, ты едешь. Не-не, он приедет, он 100% приедет. Я не виноват, мужики, ну, в натуре, блядь, это наркотики. Хз, вообще отказываюсь верить, что такое вообще возможно в принципе, что вот так приезжает ОМОН, блядь, ловит за наркоту и типа вот... Если вы думаете, что самое страшное позади, то вы ошибаетесь. Сейчас в этот клуб приедет наш подговоренный директор Женя, но не с баблом, а со стволом, и начнется настоящий угар. Не, я просто тому говорю, если он не успеет за час. Ну, значит, я пизда, блядь. Ну, трава не моя, его не трава, вернее, его хуйня, хорошо. Ты чё, блядь, ты в отказ начинаешь, чё, блядь, да? Или чё, блядь? Чё он, ты, блядь, тише нахуй. Ты нашёл, или чё, блядь, каких-то, а? Я не понял, нахуй. Ты перепутал что-то, или чё? Ладно, мужики, извините, я просто... Его, блядь, клоун, нахуй, тоже, блядь. И так может любой попасть, типа, хз, сейчас заною, блядь, на этот трэш. Слишком много ждем. Вот скоро. Жек, спокойно, спокойно веди себя. Жек, бля, прикинь, блядь, прокладка, ёпты. Рот твой закрыть. Ты привез, говорю? Мне сказали рот закрыть. Твой дружок сегодня, блядь, наебулил тут. Лёш, покажи, что он. Посмотри, амфетамин, блядь. Рот закрой, ты только что... Ну вот так, он рассекался этим, блядь, приняли его. Ты качаешь, или что? Он сейчас на десятку уедет. А монстры все так разговаривают? Я... Прокладка, ебать. А все так разговаривают о моносе? Да? Не понял. Че? Я думала, они такие серьезные мужички приходят на прогулку. Да? Жесть.
недопонимаешь что-то или что, блядь? Ты прикрас или нет? Что я должен был принести? Тебе сказали, что по телефону, хули ты тут права качал? Кто он такой, вот Ксива? Ну пишешь или что, блядь, Ксивы на? Ксиву спросить, блядь. Тебе сказали по телефону, что надо принести. Давай, доставай! Чё, охуел? Придурок, блядь. Ты чё, сука? Блядь! Ты чё, Рома, блядь? Ебать, пацаны, я походу слово перепутал, блядь. Блядь, ты ебанутый, нахуй. Ебать, чё делать, нахуй? Пацаны, я... Блядь, надо его тоже... Охуеть, блядь, а я... Блять, нахуй ты, сука, это устроил, блядь! Да ебать, мне на работу после... Скорую надо было вызывать, блядь, сейчас. Сука, чё... Сейчас не моя! Блядь, я не знаю, нахуй, какая скорая, Алёша, блядь! Ты что, дурак, блядь, я... С боевого, один вариант его ебануть сейчас и всё, блядь, пацаны, блядь, и съёбать. Блядь, что с ними делать? Слушай, они сейчас там кипиш такой подымут, блядь. Так, подожди, закрой дверь, Алё! Держи двери, блядь. Не заходите сюда! Сука, что с этим, блядь, будем делать? Ебать, он смирился, я сейчас заплачу. Отошли, блядь! Я бы... Боже, вы увидите взгляд! Я бы просто реально... Ой, башка болит, закружилась. Вы видите, пацаны, он просто уже смирился со своей... Он просто уже понял все, смерть. И как бы... Я не знаю, это вообще страшно. Да, блядь. Он внутри уже умер, блядь, реально. Хуйня получилась. Паша, тебя подставили, если ты не понял. Тебя разыграли, это с Шахим Шалимовым, чувак, прости. Это очень жестко, но ты поверил. Друже, все это не настоящее. Это вообще... Мука! Это мука! Да я этому рот ебать! Я когда в него реально стрельнул и сказал, я чё, блядь, другой пистолет? А он реально такой ёбнутый? Я реально у меня, бля, вот так вот стало. Капец, слушай. Ахуеть! Ваша техник! Ваша техник! Образ? Серьёзно? Не-не-не! Серьёзно? Ещё и... Блять, за то, что я уже давно не употребляю. Это мука, ребята. Это было очень жестко. Это было очень жестко. Это будет самый жесткий пранк. Я реально хуй как скрынул. Это было очень жестко. Это реально было очень жестко. Это было в натуре. У тебя закрадывалась мысль, что это может быть что-то не так. Он говорит, давай его тоже ёбну. Я думаю, блядь, нахуй я вообще сюда приехал. Был какой-то момент, когда ворвались ОМОНовцы, которые начали всех принимать, и вдруг у тебя нашли вот этот вот пакет. Закрадывалась какая-то мысль, что что-то идет не так, и вообще ты, блин, спишь. На самом деле, нет. На самом деле, я такой человек, да, меня почему-то все время с наркотиком приравнивают. И вот такая хуйня... Удивительно? Удивительно. Я стебусь... А, Степ никто не понимает. И, блядь, можно наружники снять? Конечно, все сейчас сделаем. Друзья, это по Шалим Шалимовым, Паша Тека. Шалим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ставьте. Это полная амана... Ой, воняет. Надо прикрыть свое дерьмо. Короче, пацаны, я в шоке.